Доброго времени суток, дорогие подписчики и гости канала. Новая закупка, новые книги. Так, что у нас сегодня попалось? Фенимор Купер, последний из магикан. Купер Прерия. Кто помнит книги из детства? Записки Видока, начальника парижской тайной полиции, в трех томах. Первый том. И что интересно, тут в таких обложках книги и точно такие же, точно такого же года. Вот первый и второй, и третий том. Взял все. Приключения Ната Пинкертона и других знаменитых сыщиков. Марув Башмачник. Сказки из Тысячи одной ночи. Михаил Старицкий, разбойник Кармелюк. Шахматы в жизни ученых. В последнее время попадаются книги про шахматистов. То шахматы и военные были, теперь шахматы и ученые. Бажов, трехтомник. Состоянии. Михаил Зощенко, исповедь. Такая старая книжечка Некрасова, «Русские женщины», 53-й год. Внутри вроде неплохо сохранилось. Снаружи немножко, конечно, потрепанное. Так, далее. В звездных лабиринтах. Ориентирование по небу. Созвездие. Сказание о камне самоцвете. Супричел. Про самоцветные камни. Далее малый атлас СССР. Урологические заболевания. Медгиз 60. Нарысы про гомеопатию на украинской мове. Малая энциклопедия старинного поваренного искусства. Что-то у меня совсем не продаются рецепты. В наше время все рецепты в интернете. Так,
Криминальный кодекс Украины. 2007 год. Сергей Есенин. Воспоминания родных. С фотографиями. Исторические песни и баллады. Сейчас содержание. Стихи, песни, баллады. Генрих Гемков. Мы прожили не напрасно. Биография Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 86-й год. Тоже с фотографиями. Служба быта. Краткий телефонный справочник. Город Киев. Кто занимается историей Киева, может быть интересно. Его знали под именем Паульсон. Это... Знаменитые клоуны. Это, я так понимаю, советские клоуны. Олег Попов. История Украины, хронология основных подей. Для учащихся, возможно, подойдет освежить в памяти историю Украины. Практическое пособие по французскому языку. Английская мова. Посебник для вступников до вузов. Так, это у нас французский язык. На французском. Тех, кто хочет попрактиковаться в языке, возможно, подойдет. Физика для всех. Фотоны и ядра. Русско-французский школьно-педагогический словарь. Много что-то в этом. Трансфранцузского языка. Учебник по узкому последовательному переводу. Французский язык. Русско-итальянский. 13,5 тысяч слов. Шины легковых автомобилей. Автомобилистов. Научная основа гидравлического разрушения угля. Еще не рассматривал, вот про что это. Универсальная вычислительная номограмма. А это мне уже попадалось. Это вычисление с помощью логарифмической линейки. Так, справочник по расчету надежности.
Это надежности радиодеталей. Рассчитывать надежность их. Пространственные гиперзвуковые течения газа. Методы физического моделирования рабочих процессов дорожно-строительных машин. Вот у меня еще не было дорожных машин. Справочник по окраске судов и металлических конструкций. Состояние не очень. Материаловедение для столяров и плотников. Опыт заканчивания скважин США. Это у нас 62-й год. Хорошая бумага. Какие-то вставочки. Выбор метода воздействия на нефтяную залежь. Введение в аналитическую механику. Краткие рекомендации по предупреждению аварий и осложнений при бурении скважин в Калининградской области. Вот такие книжки сегодня попались. Спасибо, до свидания.